Ну что, вот наконец-то и почти наступил день тишины, но оппоненты не успокаиваются, знаете, это иногда напоминает последние конвульсии. Сегодня полилась так называемая чернуха практически на всех наших мажоритарщиков. Это фейк, это неправда, объясню вам почему. Потому что если бы это была правда, вы бы об этом узнали неделю назад, две недели назад, три недели назад, или когда мы заявили о том, что эти люди будут баллотироваться от нашей политической силы. Это одна из технологий в последний день вбросить фейк для того, чтобы очернить людей. Но я уверен, что вы не поверили этому на президентских выборах, и я уверен, что вы в это же не поверите и на парламентских. И мы сделаем их еще раз.